В Нижневартовской районной больнице выдали первые электронные листки нетрудоспособности. При этом база данных по медицинским картам пациентов уже практически вся сформирована. Новая информационная система позволяет вести оперативный обмен между всеми участниками лечебно-диагностического процесса. Наглядно просматривается динамика лечения, высвечиваются просроченные страховые полисы, необходимость обследования. В отдельных случаях для больного выгода еще и в том, что при обращении в медицинское учреждение в любом другом месте на территории Югры медики смогут обратиться к истории болезни пациента. Пациенту на руки не выдается печатный вариант, а присваивается определенный номер. С этим номером пациент идет в отдел кадров, предоставляет номер, и в отделе кадров уже работодатель просматривает, то есть срок стационарного либо амбулаторного лечения пациента.